тоже не маленькая. Хватит меня воспитывать. Слушай меня, Нине. Купишь муки и бегом домой. Все ясно? Ладно. Алехандро, я так за нее волнуюсь. Уже не ребенок, но еще и не взрослая. Где-то на перепутье. Я рассказываю ей о героях, которые спасли наш мир, чтобы вселить в ее сердце надежду. Но боюсь, что рано или поздно ей придется сделать выбор, который определит всю ее жизнь. Эй, Оли, а куда это ты собралась? Я никуда. Вот и славно. Пойдем, покажу кое-что. Во, во, видишь жестянку? Давай, врежь ему. Ну, не знаю, может, я пойду? Да ладно, бей! Это ж метро болтов. Мне надо в магазин, пока он не закрылся, а то мама меня убьет. Оп! Эй! Магазин без денег? Уверена, Нине? Ну, отдай! Погнали, погнали! Эй! Беда! Там же деньги! Ю, что за шум-то? Эй, давай, амиго, вставай. Это что такое? А? Вы это видели? Кто здесь? Ты где, каброн? Выходи и дерись! Придержи коней! На! Лови! Нет, 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 нет! Старых привычек нелегко отделаться. Беги домой, кроха. Здесь опасно. Вы же один из тех героев, правда? Нет, уже нет.
брата. Где ты ходишь? Я себе места не нахожу. Прости, мама, ты не поверишь, что со мной случилось. Лос-Муэртос, они забрали у меня деньги. Но теперь... Когда я вижу улыбку Алехандры и свет надежды в ее глазах, мне кажется, что все у нас будет хорошо. Overwatch. На ПК и консолях с 24 мая.